Еще одна беда нашего общества – марихуана. В Усть-Каменогорске у любителей покурить травку, видимо, совсем нарушились нейронные процессы в мозге, что, кстати, неизбежно после длительного употребления. Иначе как объяснить, что молодые люди решили перевести крупную партию каннабиса и сели за руль под воздействием этого наркотика? Их сразу же остановили полицейские. Во время досмотра в салоне машины стражи порядка нашли мешок и пакет с зельем общим весом 7 килограммов. Экспертиза показала, что сами перевозчики находились под воздействием марихуаны. Более того, пакеты лежали на видном месте. Курьеры даже не подумали о том, чтобы спрятать их. Данные мешки, а также полиэтиленовый пакет находились прямо на поверхности сиденья. Гражданам, перевозившим, наркотические средства, предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.